Наша постоянная рубрика «Коротко» рассказывает о важном. Лубнинский парк в очередной раз громко заявил о себе. Постепенно поднимаясь по ступенькам областных конкурсов «Парки Подмосковья», парк вышел в лидеры, заняв первое место в конкурсе «Широкая масленица в Подмосковье-2014» в номинации «Лучшее подворье». Совместно с ТРК «Лобня» оператор Дмитрий Жуков парк представил на конкурс видеоролик празднования масленицы в парке. Было представлено 150 проектов в Московской области, и однозначно наш проект выиграл. Как только показали ролик, показали шествие наших снеговиков, сразу однозначно сказать, что Лобня выиграла. Конкурсную комиссию возглавил министр культуры Московской области Олег Рожнов. Представленные материалы позволили комиссии сделать вывод, что городской Лобнинский парк достоин быть первым.